Добрый день, друзья мои! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Спицы, крючок и фантазия». Сегодня мы с вами свяжем вот такой чепчик. Посмотрите, как он сидит на модели. Чепчик связан полупатентной резинкой с круглым донышком, с кулиской, в которую вдевается шнурочек. И, кроме того, здесь связаны еще ушки, как у мышки. Да, вот так вот. Выглядит он очень хорошо, он такой толстенький, тепленький. Можно надеть, смотрите, он глубокий, ребенку на лобик, можно чуть-чуть открыть. Вязка очень такая эластичная, она хорошо тянется и очень теплая. Хорошо облегает, видите, шею, голову ребенка, закрывает все, в общем-то, места, которые могут замерзнуть у малыша. Значит, чепчик связан на возраст 3-6 месяцев. Связан, значит, методом поворотными рядами до области макушки. А макушку мы вяжем на чулочных спицах. Далее мы, значит, набираем по низу изделия петли и вяжем кулиску, после которой выполняем вот такую вот кетлевочку аккуратную вот, по низу изделия, и вяжем шнурочек, длинный шнурочек, где-то 70-72 сантиметра длиной, и затем мы вяжем ушки. Вот. Расход на данную шапочку у меня составил около 100 грамм. Итак, что нам понадобится для вязания нашего чепчика? Пряжа Alize Baby Wool. Здесь шерсть, акрил и бамбук. Значит, в 50 грамм 165 метров. Спица номер 3,5 для вязания основного изделия. И спица номер 3 для вязания резинки и кулиски. Также, значит, для вязания донышко шапки мне понадобятся чулочные спицы номер 3,5. Для вязания шнурочка мне понадобятся чулочные спицы номер 3, а также один маркер, ножницы, значит, иголочка и крючок. Вот. Значит, на шапочку ушло около 100 грамм. Это на возраст 3-6 месяцев. Поговорим о размерах. Значит, смотрите, я вязала пряжей Alize Baby Wool в 50 граммах 175 метров в 2 нити спицами номер 3,5. Плотность моего вязания составила 18 петель и 24 ряда в квадрате 10 на 10. Значит, что нам нужно знать? Смотрите, мы можем связать чепчик вообще на любой абсолютно возраст. Ну, я привела только 4 размерные сетки. На самом деле, если у вас под рукой сама модель, вы можете просто измерить обхват овала лица и, соответственно, глубину чепчика прямо на ней. Значит, отскриньте эту таблицу. Что нам необходимо знать? Обхват овала лица. Это вот эта величина, да, которая позволит нам набрать количество петель возле лица. Вот. И нам необходимо знать, конечно, плотность. Далее, глубину чепчика, это вот эта величина, вот до донышка. Затем нам нужно знать диаметр донышка, да, его мы измеряем вот, вот таким образом, вот, диаметр донышка. Вот, и, в общем-то, все. Вот это, значит, это для других чепчиков. Вот. Вы можете отскринить эту таблицу и использовать ее. Значит, для вязания, вот, смотрите, окружность головы, 4 размерные сетки, обхват овала лица для каждого возраста, глубина чепчика и диаметр донышка. Вяжем. На спице номер 3 я набрала 71 петлю, и сейчас буду вязать резинку 1 на 1. Первую петлю я всегда буду снимать, а последнюю провязывать изнаночной петлей. Начинаю вязать с лицевой петли, лицевая, изнаночная,
лицевая, изнаночная. Нам нужно провязать резинкой 1 на 1 10 рядов. Вяжем самостоятельно. Итак, я провязала 10 рядов резинкой 1 на 1. Это составило у меня 3,5 сантиметра. И сейчас я в лицевом ряду перехожу на спицы 3,5, начинаю вязать узор. Первый ряд узора. Чередование лицевой и изнаночной петель. Вяжем так до конца ряда. Не забываем, первую кромочную снимаем, последнюю провязываем изнаночной. Первый ряд провязан, вяжем второй ряд узора. Первую кромочную снимаем. По рисунку у нас идет изнаночная. Вяжем ее обычной изнаночной, лицевую вяжем в петлю ниже лежащего ряда. Вот так. Изнаночная обычная, лицевую в петлю ниже лежащего ряда. Изнаночная обычная, лицевую в петлю ниже лежащего ряда. Вяжем так до конца ряда. Итак, мы провязали два ряда, и у нас уже вот здесь, на лицевой стороне, вот образовался вот такой вот узор. Значит, чередование двух рядов. Первый ряд лицевая изнаночная, второй ряд мы будем вязать вот изнаночную обычную, лицевую в петлю ниже лежащего ряда. Значит, чередованием этих рядов мы будем формировать узор. Нам нужно связать на общую высоту, начиная от начала резинки, 12 сантиметров. Вяжем самостоятельно. Я провязала патентной резинкой, патентным узором, вот, всего 12 сантиметров. Сейчас мне нужно будет перейти на чулочные спицы и вязать резинкой 1 на 1 10 рядов. Так, перекрутила что ли петля. Значит, начинаю вязать просто резинкой 1 на 1. Значит, при смыкании первая петля вот здесь и последняя петля провяжутся одной петлей изнаночной. Потому что у нас было нечетное количество петель, а нам надо сделать его четным. Вяжем. До конца ряда, распределяя на 4 спицы. Так, я довязала до конца, последнюю петлю я пересняла, теперь я соединяю вязание в круг. Значит, я последнюю петлю не провязала, я ее пересниму на левую спицу и 2 вместе провяжу изнаночной петлей. Все, у меня здесь лицевая, изнаночная, лицевая. Так, вяжем 10 рядов, ну, маркер можно подсоединить, начало ряда, 10 рядов резинкой 1 на 1 на кольцевых, на чулочных спицах. Итак, я соединила в круг и провязала 10 рядов резинкой 1 на 1. Сейчас мы будем делать убавки, первый ряд убавок. Вот смотрите, как вообще выглядит макушка у чепчика с круглой макушкой. То есть вот здесь вяжется до вот этого момента просто резинка, а вот здесь идет уже вот такой вот, видите, диаметр, это убавки. Значит, мы будем делать убавки. Убавки мы начинаем делать. Значит, я одну петлю сюда перекидываю, вернее, даже провязываю. Вот так. Мне надо начинать делать убавки, когда у меня первая изнаночная. Вот так. Я буду делать
2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При этом первая у меня изнаночная, видите, петля. Вторая лицевая. Следующую 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И так далее мы будем вязать до конца ряда. Вот так вот будет выглядеть. Видите, даже не видно, что здесь закрывалось. Вяжем до конца ряда убавки. Я провязала первый один ряд с убавками. Вот так это выглядит. Убавки не видны. Видите? Следующие 2 ряда мы просто вяжем лицевыми. Количество петель у нас сократилось вдвое, да? Потому что мы все петли вязали по 2 петли вместе. Сейчас мы будем вязать просто лицевыми петлями 2 ряда. Можем поставить здесь маркер для того, чтобы не запутаться. Вяжем самостоятельно 2 ряда. Так, провязала 2 ряда просто лицевыми петлями. И сейчас мы будем опять делать убавки. Все петли по 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот так я это делаю. Вот у меня как выходит. До конца ряда закрываем по 2 петли вместе самостоятельно, делаем убавки. Я провязала ряд с убавками, и у меня теперь петель в четверо меньше по сравнению с началом. Следующий ряд я буду вязать просто лицевыми петлями. Смотрите, я провязала один ряд, да, после второй убавки, и вот примерила на манекене. И вот смотрите, я вижу, что мне можно еще один ряд провязать просто лицевыми петлями, для того, чтобы здесь плавно убавлялась макушка. Вот я снимаю с манекена и провязываю еще один ряд лицевыми. То есть после первого ряда убавок мы вяжем 2 ряда лицевыми петлями, после второго ряда убавок мы тоже вяжем 2 ряда просто лицевыми петлями. Так, провязали после второй убавки 2 ряда. И сейчас у нас третий ряд убавок будет. Мы опять будем вязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот так. Если после первой убавки у нас, значит, после 70 петель было в 2 раза, это 35. После второй убавки 35 разделить на 2, это будет 18 петель осталось, и сейчас, значит, должно у нас остаться 9 петель. Вот. Делаю убавки все. Так, все, я связала, сделала ряд убавок, и все, я, значит, смотрите, отрезала ниточку чуть-чуть длиннее, чем надо. Мне здесь надо будет вот кусочек здесь зашить. Так, и, ну, где-то сантиметров 30. И все, я собираю все петли на нить. У меня осталось 9 петель, и они такую плавную макушку делают. Очень мне нравится такая макушка. Вот, смотрите. Все, я стягиваю эту макушку сильно, как только могу. Перевожу на изнаночную сторону. И здесь уже я буду закреплять ее. Сильно стянули.
закрепили. Можно еще раз пройтись по стянутым петлям, чтобы здесь не было отверстий никаких. Все, закрепляем. Смотрите, здесь все аккуратно. Теперь нам надо, я снимаю маркер, мне нужно вот здесь небольшой участок зашить, смотрите, потому что очень глубокая выемка, мне не очень нравится. Я вот здесь сантиметра 2-2,5, может быть даже 3, хочу вот сшить просто с помощью вот этой нити. Вот. Я не видела, чтобы мастера так делали, потому что вот с круглой макушкой чепчик, он просто вот вяжется вот таким образом, да, что сначала вяжется все поворотными рядами, а потом просто переходит на круговые ряды, и все вяжется круглая макушка с убавками. Так, я дошла до этого момента. Все, теперь мне нужно перейти на лицевую сторону, чтобы это было очень аккуратно. Итак, вот таким образом. Видите, я как делаю, вот так вот. То есть две петли сразу захватываю, чтобы у меня не растягивалась петля. Вот так. Вот. Мне надо сшить примерно 2 сантиметра или 3 сантиметра. И чтобы это было незаметно, вот. Вообще, конечно, идеально это было бы просто здесь вязать круговыми рядами, начать раньше. Так, ну и все, пожалуй. Вот, посмотрите, как выглядит шов. Очень даже аккуратно. Вот. Можно еще вот здесь вот сделать один стежок. И все, и закрепить на изнанке и спрятать ниточку. Я взяла спицу номер 3, значит, вот здесь с помощью крючка мне надо будет первую петлю сделать. Она будет очень прямо вот с самого края. Вот. Одна захватилась почему-то. Наверное, тонкий крючок очень. Вот. Все, я одеваю, подтягиваю и начинаю, смотрите, в каждую петлю за 2 полупетли, вот так, я буду делать, вытягивать петлю. Если у меня не будет получаться это, значит, спицами, я буду делать это крючком. Вот. Итак, я начинаю набирать петли на петлевку или на кулиску.
Значит, количество петель с двух сторон должно быть одинаковым. Поэтому считаю 1, 2, 3, 4, 5. Шесть, семь, восемь. Слишком петли не вытягиваю, чтобы дырочки не было. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21. Значит, вот здесь я прям посередине, да, я крючком наберу, потому что здесь такая плотная петля. 21. Вот это будет средняя петля, и соответственно 21 мне нужно набрать с той стороны. Итак, я набрала все петли, и сейчас я буду вязать лицевую гладью. Значит, с изнаночной стороны это будут изнаночные петли, с лицевой стороны лицевые петли. Я снимаю первую петлю, в принципе, я могу ее провязать даже вот так, и вяжу спицами номер 3. Я провязываю все петли изнаночными с этой стороны, а дальше у меня пойдет лицевая гладь. Да, всего мне надо связать 12 рядов. Вяжем самостоятельно. Итак, смотрите, я провязала 4,5 сантиметра кетлевки, вернее кулиски. Посмотрите, как вот на манекене хорошо легло вот здесь по затылку. Вот этот шов я сделала. Смотрите, можно сделать так, вязать вот до этих пор поворотными рядами, затем вязать круговыми рядами еще 2,5 сантиметра узором, вот, а затем уже начинать вязать макушку, потому что иначе вот так вот у меня задиралась бы макушка, вот так, да, а сейчас смотрите, какая плотная посадка, и здесь можно вот так надвинуть на лоб, то есть это достаточно теплая вот вязка. И, конечно, теплая шапка будет. Вот, хотя она будет однослойная. Можно ее сделать двухслойной. Вот, поэтому посмотрите, как удобно вот это вот то, что дает глубину даже при вот такой макушке. Вот. И вот я связала для кулиски вот такой вот лицевой гладью полотно. Сейчас я буду делать кетлевку. Посмотрите, вот на этом изделии, как аккуратно выполнена кетлевка. Вот, она выполняется иглой в данном случае, для того, чтобы не было грубых швов. Вот. Можно, конечно, ее выполнять и крючком, но я предпочитаю здесь иглой, для того, чтобы здесь была мягкость. Вот. Значит, я отрезала нить, которая в 3,5 раза превышает, значит, вот это расстояние, да, самой вот закрываемого участка. И сейчас я вдену иголочку и буду начинать кетлевку. Итак, я провязала здесь 13 рядов лицевой гладью. И вот в таком состоянии, вот смотрите, у меня вот здесь вот ниточки с этой стороны. И с этой стороны основная нить. Сейчас я буду делать, сначала закреплю. Да, вот у меня нить вот идет отсюда. Сначала я просто закреплю. Вот эти ниточки я сейчас трогать не буду. Так, я закрепила с той стороны, теперь я иду вот к этой стороне и подтягиваю
Дальше. Опять мне нужно пойти туда. Значит, каждой петле соответствует вот здесь вот, видите, вот наборный ряд, который был. Я вхожу туда. И дальше. Вот тоже петелька наборного ряда. То есть изнанка, изнаночная петля. Все, подтягиваю. Дальше иду сюда. Вот здесь лицевая, которая была. И вот лицевая, которая у меня есть на спице. Я ее разворачиваю для того, чтобы она не была перекрученной. Все, подтягиваю. Здесь немножко из-за того, что вот эти нитки мешают. Но я их спрячу позже. Дальше. Я впереди взяла две петли. Теперь мне надо вернуться опять к той изнаночной петле. Вот она. Изнаночная петля. И найти еще одну, вот она. В нее я вхожу вот так. Дальше иду вперед. Подтягиваю здесь. Значит, вот у меня лицевая была петля. Вот. Вот она. И вот лицевая петля. Соединяю их. Подтягиваю. Так, я немножко дошью до сюда, чтобы не было вот это, не мешалось вот это, хорошо? А потом еще раз покажу. Итак, я вот спрятала здесь ниточки. Смотрите, значит, нить у меня идет сзади. Значит, мне надо впереди подцепить одну полупетлю лицевой, которую я уже сняла, и вот эту лицевую, вот так развернув ее. Я протягиваю нить. Дальше мне нужно идти наверх. Снизу вверх делаю вкол. И нахожу петлю. Вот она. Такая на изнаночную похожа. Это начало петли, начало наборного ряда. Вкалываю вот так. Дальше иду вперед. Вот у меня эта полупетля. Вот у меня еще одна лицевая полупетля. Все. Иду назад. Вкол вот таким образом. Подтягиваю и нахожу здесь наборный ряд. Вот он. Вот он. Так, сейчас минутку. Вот он. Вот. Все. Таким образом я кетлюю весь низ изделия. Вот. Вот так оно выглядит, видите, вот кетлевка. Делаем это самостоятельно. Итак, я кетлевку закончила. Ниточку я еще не отрезала. Смотрите, если правильно сделана кетлевка, да, вот так она выглядит с изнаночной стороны. Аккуратно, и она хорошо тянется, видите, потому что к каждой петле мы соединяли другую петлю. Что мы видим на лице? Вот лицевая сторона изделия. Тоже все очень аккуратно.
все. Сейчас я спрячу нить, и все, мне нужно будет вязать шнурок. Шнурок длиной 72 сантиметра. Так. Значит, смотрите, как смотрится шапочка на манекене. Во-первых, глубокая посадка, да, то есть лоб может быть закрыт, если это холодно, да, можно вот так сделать. Дело в том, что очень вязка такая, пружинистая, она хорошо, в общем, ложится. Здесь все ровно по затылку. Посмотрите, здесь тоже все ровно по затылку. Здесь затылочек закрыт хорошо. Вот. И вот здесь будет уже в кулиску вдеваться шнурочек. Вот. То есть у нас здесь все будет закрыто. Хорошо и шея закрыта, и лоб закрыт. Вот. И охватывает шею хорошо. На затылке хорошо ложится. Я беру спицы номер 3 и набираю 3 петли. Провязываю все 3 петли лицевыми. Передвигаю вязание на правую сторону и опять провязываю 3 петли лицевыми. Снова передвигаю на правую сторону свое вязание, на правую сторону спицы, и опять провязываю 3 петли лицевыми. Вот я начала вязать шнурок. Мне нужно связать шнурок длиной 72 сантиметра. Вяжем самостоятельно. Итак, смотрите, кетлевка выполнена, шнурочек вдет, да, он свободно двигается. Можно потом его зафиксировать с изнанки вот здесь, для того, чтобы ребенок просто не выдергивал. Вот так смотрится чепчик сбоку. Вот так смотрится спереди, вот так смотрится сзади. Кетлевка очень аккуратная. Нам теперь нужно что сделать? Нам нужно сделать ушки. Вот одно ушко я уже связала. Вот так. Оно будет крепиться. Теперь мы будем вязать еще одно ушко и пришивать его. Для того, чтобы связать такое ушко, мне понадобится 3 спицы чулочные. Значит, 3,5 номер. Я вот здесь отмерила где-то сантиметров 35, наверное, 40, может быть, значит, конец. Для того, чтобы набрать, мне нужно набрать 22 петли на ушко, и чтобы еще осталось, чтобы его пришить. Вот посмотрите, у меня осталась нитка, чтобы аккуратно пришить ушко. Так, итак, я набираю 11 петель на одну спицу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11. И 11 петель на другую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все. Значит, соединяю вот таким образом, чтобы все вот эти вот косичка смотрела внутрь. Теперь мне нужна нить, которая идет от клубка. Вот она. Начинаю вязать. Первый ряд вяжу лицевыми петлями.
Как вы поняли, у нас будет вязание по кругу. Можно использовать метод Magic Loop. Ну, можно и вот таким образом. Так, с одной спицы я связала, теперь я вяжу на другой спице, тоже лицевыми. Мне нужно связать платочной вязкой мое ушко, поэтому я буду вязать один ряд, у меня будут лицевые петли, следующий ряд у меня будет изнаночные петли. Вот. Значит, внимательно, да, вы не перекручиваете. Значит, вот этот. Использую нить от клубка. Так, теперь, значит, вот там, где у меня нитка, там у меня начало ряда. Следующий ряд я буду вязать изнаночными петлями. С одной спицы связала, вяжу с другой спицы. Тоже изнаночными петлями. Итак, я связала 2 ряда. Мне надо связать платочной вязкой 16 рядов. Вот. Вяжем самостоятельно. Связала 16 рядов. Вот такой высоты у меня ушко получилось. И теперь смотрите, вот этот ряд, вот верхний, мне нужно сшить трикотажным швом. Значит, я обрезала нить где-то длиной 25 сантиметров. И сейчас я буду сшивать, ну, дело, конечно, в иглу. Сейчас я буду сшивать. Смотрите, нитка сзади. Заходим, снимаем первую петлю. Дальше. Идем назад, одеваем вот эту петлю. Все, подтягиваем. Далее опять вперед идем. Вот это полупетля, которую мы сняли. И вот полупетля. Соединяем. Дальше сюда идем, вот полупетля и вот полупетля, сшиваем, дальше вот полупетля и вот полупетля, сшиваем, вот полупетля и вот петля сзади, сшиваем. Вот полупетля, вот полупетля, сшиваем. Вот полупетля и вот петля, сшиваем, подтягиваем. Вот полупетля и вот полупетля. Так мы сшиваем до конца ряда. Видите, вот то, что получается у нас. Так, вот у меня шов какой получился. Все, я сшила. Уголки выправила хорошо. Теперь мне нужно сложить. И вот смотрите, здесь просто надо вот так вот снутри. Видите, только внутренний край соединить. Все, ушко согнутое, как надо. Все, прификсировать его можно. Нитки никакие пока не отрезаем. Все, вот такое ушко получилось. Теперь нам нужно эти ушки разместить.
и правильно сшить, подшить. Вот так. Итак, наш чепчик связан. Он получился очень такой красивый. Вот. После ВТО все выровняется, петельки. Значит, ушки пришила я симметрично. То есть я посчитала петли и нашла середину. И относительно середины, и вот здесь вот, относительно донышка, я пришила ушки. Вот. Что могу сказать? Чепчик очень теплый получился. Хорошо тянется. Значит, вообще на возраст 3-6 месяцев, но он очень хорошо тянется. Поэтому я думаю, что он хватит и на больше. Кроме того, вот смотрите, кулиска, она прям очень хорошо тоже растягивается на область шеи. Вот. Если вам понравился данный мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. С вами была Ирина, и вы были на моем канале «Спицы, крючок и фантазия». Всего доброго, до новых встреч!